Протест продолжается, город сигналит снова. В общем, накаляется ситуация, потому что сейчас администрации Хабаровского края зашли около сотни ОМОНовцев и там организовали, я так понимаю, защиту. Вроде бы замечены в городе какие-то демонстранты, но это не совсем важно. Важно, что весь город гудит опять. Просто сейчас я вот нахожусь около администрации, даже в двух кварталах от нее. И здесь, ну, вот продолжается, смотрите. Все продолжается. Трудно сказать, чем это закончится сегодня, но, видимо, завтра ожидается назначение нового губернатора, и его вот так встречают.